30 дней кино и сериалов за 0 рублей в приложении Кинопоиск на Smart TV. Ищите промокод на подписку в описании и наслаждайтесь просмотром. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы снова попытаемся грохнуть бабку. В прошлый раз у нас не получилось, потому что у бабки был помощник в виде паука, который через стены может тебя хватать. Но сегодня этого не случится, я уже научен опытом, я опытный в плане бабок. И с удовольствием поделюсь с вами этим опытом прямо сейчас. Давайте приступаем, лайк ставьте, и мы начинаем. Но вы знаете, что я люблю челленджи, поэтому я поменяю difficulty с normal на hard. День первый. Давайте сейчас попробуем максимально быстро действовать. Подошли сюда. Я вообще не понимаю, есть ли смысл здесь что-то ждать. Мы просто выйдем из комнаты, зайдем сюда, быстро пошарим. Вот кусок шотгана нашли. Сразу возьмем. И пойдем. О, книга! Сейчас мы Spider Key сразу получим. Вот смотрите, как делать, смотрите, как делаем. Оп! Кидаем, звук издали, и теперь вниз. Все, бабка, по идее, пошла сейчас вот так вот обходить весь дом. Короче, она, как всегда, тупит, а я, как всегда, как батька, собираю шотган и нахожу чейн-каттер! Чейн-каттер — это то, что надо! Сейчас мы отнесем его вот сюда. По идее, она сейчас должна прийти и пойти вниз. А нам только это и надо. Вот она появилась здесь, идет вниз, а мы сейчас сразу сюда кинем чейн-каттер. И теперь она будет весь долгий путь идти наверх. А мы тем временем вот так сделаем. Пойдем вот сюда, пожалуй. Отсюда. Мне кажется, мы сейчас вообще заспидраним эту историю, потому что мы уже сразу нашли книгу. Книга позволит нам получить Spider Key и сразу проникнуть в подвал. То есть мы даже время тратить не будем лишнее. Так, идем вниз сюда, в этот отсек. Ой, фу, прям лицо... Лицом нырнул в эту отходную яму. Так, что у нас здесь есть? Молоток. О, это нужно будет, это нужно будет. Окей, давайте пойдем быстренько в эту сторону. Вы, ребят, говорили, что неважно, ползаю я или не ползаю. Так, remote control надо взять с собой. То есть мой персонаж в любом случае либо издаст скрип, либо не издаст. Это все рандомно. Так, быстренько здесь пошарили. Здесь ничего нет. Я, кстати, вообще звука не издаю. Я иду максимально мягко. Что это? Кусок шотгана. Раз бабка сейчас идет в эту сторону, пойдемте используем сразу этот пульт. Аккуратней. Юзать. Открыть. Смотрим, что это. Перцовый спрей. Класс. Тут ничего нету. Аккуратней. Ой-ой-ой. Все хорошо, прекрасно. И издадим звук вот здесь. Все, бабка идет туда, куда надо идти. А мы пойдем заберем кусок шотгана. Теперь бабка должна прийти вот сюда. Все, она, кажется, уже пошла. И мы пошли. Есть! Остался один кусок всего! Так, что тут есть? Ничего здесь нету. Вот с той стороны бардачок. Надо бы в него заглянуть. Стоп, вот так сделаем. Ключ от оружия! Сразу заберем арбалет. Вот это свинство. Полное говно. Но мне кажется, я смогу. Смогу ли я? Блин, я чувствую, что запарюсь. Лучше. Воу! Тихо! Вот он идет! А-а-а! Первый вброс адреналина только что случился. Где-то я облажался, издал звук, видимо. Бабуль, иди сюда. О, еще один кинуло. Еще один. Что? Что? О, все. Все хорошо, не задело. Так, раз, два. Нам бы издать звук и приманить ее сюда. Почему бы ее не убить? Правильно, это хорошая мысль. Здесь ничего нету. Итак, нам нужно коробками пошуметь. Коробками пошуметь. Есть. Давай сюда, бабка. Главное не сложать здесь. Так, вот она идет. Вот мы по ней стреляем. Прямо в сиська. А? Упала. А мы тем временем берем книгу и побежали. Сразу совершим ритуал. Быстрей. Чертовы коробки, мешаетесь мне здесь. Раз. Положил. Что-нибудь упало у тебя? Нет, рано еще. Здесь что это? Кусок двигателя. В жопу двигатель. Уходим. Да гребаная ж ты коробка! Боже ж мой! Черт! Бегом! Бабка выползла-то! А нам надо валить быстрее! Максимально! Смотри внимательнее, чтобы никакой капкан не задеть! Есть! Стой! Будь здесь. Все, кажется, мы от нее избавились. Нам нужно забрать арбалет. Вот что я нажал? Черт!
Совсем не то, что я хотел, нажал. Дротик забираем. Кстати говоря, а здесь-то есть что-нибудь? Погоди, это батарея. Это нам, наверное, не нужно совсем. Там просто мишка. Мишка. Здесь больше ничего нет, кроме мишки. А чё, гоу сюда сразу. Оп, молоток-то все-таки нам понадобится. Эть, есть. Сразу попал сходу. Нам нужно избавиться от бабки. Оп, стреляй. Да я же выстрелил. Я ненавижу эту игру, грёбу, но я выстрелил. Но я, походу, не попал. Или я попал, но скрипт убивания меня сработал раньше. День второй. Ладно, ничего страшного. Мы сейчас совсем разберемся. Столько всего уже сделал, а только один раз сдох. Ай да я, ай да молодец. Хорошо, она меня уже спалила. Пробираемся. О! Скорее, скорее. Уйди! Уйди, кусок мяса! Уйди, кусок мяса! Боже мой, все сшибаю! Черт! Давайте сюда! Давайте вот сюда! Я боюсь! Страх преобладает, понимаете, во мне? Сначала избавиться от бабушки. Вот, я устал тут с тобой церемониться, бабка. Просто прими поражение. Почему бы просто не сдохнуть? У тебя же ничего не получится. Я все равно выиграю. Окей. Что у нас тут есть? Что у нас? Быстрее. Быстрее. Кусок мяса. Блин, кусок мяса, что-то важное. Кстати говоря, она только исчезла. Я думаю, надо убить ее еще раз. Иди сюда. Вот, слышу, слышу, дверь открывает. Иди сюда. Иди сюда, у меня кое-что для тебя есть. Все хорошо? Она с той стороны придет? С которой нужно? Да, окей. Вот. Нет. Да будь ты проклята. Ладно, время еще есть, я успею. Я хочу на третий этаж. О, блин, я испугался тебя. Я не помню, понадобится мне еще молоток или нет? Не помню. Давайте быстренько здесь посмотрим все, что нужно. Что за ключ от машины? Может быть, понадобится. Быстрей. Мы еще ж ванну ничего не смотрели. Папка, ты где? О, поем. Громко было. Давайте сразу вниз, пойдем откроем машину. Что за? Арбуз. А мы все с вами знаем с детства, что арбузы надо есть аккуратно, потому что в них может попасться спаркплаг. Нет, это мне не нужно, говно полное. Я просто показал вам, чтобы вы знали, что арбузы есть опасно. Да я опять случайно нажал не ту кнопку. Просто так спрей израсходую сейчас. Осталось, по-моему, раз или два еще пшикнуть. Ладно, ничего страшного, ведь у меня есть вот это. Я хочу забрать паучий ключ. Так, почему ты не упала? Вот. Ат, четенько попал, мне кажется. Да, она всего лишь на 30 секунд. 30 секунд это очень мало. И в то же время, я думаю, достаточно. Кстати, мы еще даже кухню не прошарили. Так, здесь же ничего нету, правильно? Ничего нету. Избавимся от бабки еще на 30 секунд. Окей, дроп. Я просто не хочу дергаться лишний раз. Хочу все спокойно провернуть. Отлично. Это мы сделали. Тут ничего нету. Двойка. Двойка, я помню. В прошлый раз я очень позорно сдох. Плейхаус. Блин, возможно, это нужно. В прошлой серии я очень смешно сдох. Именно из-за того, что не обратил внимания на цифры. Можете посмотреть, как я сдох там. Оп, выстрел. Go, пошаримся по дому быстренько. Здесь ничего нету. Нету, нету, нету. Кухня. Быстрее. О, отлично. Часть шутгана. О, птичий корм. Ой, как громко я сделал. Черт, 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 черт. Все. Хорошо, что я вспомнил, что можно сюда залезть. Ой, что-то она багом зашла почти что прям ко мне в ящик. У нас с вами теперь дробаш целый. Но так как мы еще кучу всего не нашли, рано лезть в подвал, я считаю. Дробаш, дробаш, дробаш. От она. Ай, хорошо, раз. К сожалению, мы можем только один патрон использовать за раз. Стерпим эти ублюдские ограничения. На кухне был птичий корм. Забрать. Еще, по-моему, кусок мяса где-то был. Подожди, а что это такое? А что это такое? Уилл Крэнк. Колесико тоже нужно, обязательно. Так, птичкой открываем. Что это здесь? Блин, это кусок от механизма того. Я не знаю, надо ли мне это юзать. Пофигу. Попробуем. Пусть будет. Лишним не будет. Бабуль, ты чё пришла? А? Найди прям вот в самое мягкое место. Получай. Отлично. Дроп. Так, моя цель, моя цель. Что я должен сделать? Я уже начинаю путаться. Я думаю, самое время скидывать полезные вещи вниз. Значит, третий этаж. Опа, еще отвертка же здесь есть. Как хорошо, что я вспомнил про нее. Как громко, блин. А-а-а! Больно. Плохо. Долго. Черт, 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 нет. Пожалуйста, бабуль.
Я как так мог сдохнуть? День третий. Ну все идеально идет, я не могу просрать сейчас. И главное еще раз не сдохни, потому что я не хочу, чтобы эти красные пятна были опять вокруг глаз. Просто убегаем. Подвал. Вакцинируем бабку от бешенства. Так, тут нужно сбить каким-то образом. Как-то грамотно сделать это. С первого раза. Есть! Есть, есть, есть. Значит, это нужно сюда кинуть. Насколько я помню. Бабка уже исчезает. Нам нужно срочно взять наш арбалет. Берись. Так, черт! Я не успел взять арбалет! Вы прикиньте, не успел взять арбалет! Идиот! Не смей подыхать, Евгений! Вот! Где она? А где она вообще была? Я убежал от нее. Я убежал от бабки? Как это я сделал? Она же быстрее бегает нынче. Ну дай. Да почему ты? Какая рука не длинная? Почему ты такой не длинный в плане рук? Все, выстрел есть. Все хорошо. Давайте попробуем. Стой. Нет, мы оставим все здесь. Давайте оставим все здесь и побежали. Стоп, отвертка нужна. А, черт подери, отвертка. Нет, не отвертка, а резак. А можно резать вот этим вот? Можно резать. Господи, вязкая бабка какая. Так все громко. Что? Где? Где как? Как? Неважно как. Главное быстро согнуться. Не понимаю, как она меня увидела. Из-за чего? Сейчас будет очень рискованно. Максимально рискованно. А нужно ли делать это таким рискованным? Вот что, вопрос-то что главный. Если могу просто спуститься вниз, взять арбалет и устранить ее на 30 секунд. Давайте не будем рисковать. Просто уходим. Вот это опасно. Быстрее! Скорей! Скорей! Есть! Тебе это всегда как в первый раз. Да, бабка? И вот это как в первый раз тоже. Джоп. Все, побежали. Сволочь. Сволочь. Задерживаешь меня. Задерживаешь меня, гадская бабка. Она все продумывает. Значит, вот это хоп. Вот это хоп. Открывайся. Открывайся, блин. Какая-то мерзость. Нет, падай вниз, говорю же. Палка очень нужна. Опа, бабуль. Бабуль, ну иди сюда. Черт, надо было молоток взять, чтобы приманить ее. Там было что-то еще за пропеллером. Она кинула капкан, учитываем это. Вот, все? Да, она встала максимально быстро. Что это? О, тоже нужная вещь. Все, скидываем вниз. Тише, 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 тише. Встаем! Громско. Громско, очень громско. Побежали вниз. Стой! От! По ноге. Разве как она сначала такая постоит, подумает, потом такая... Ладно, все, понеслась. Пора перетаскивать все вещи вниз в подвал. Я не знаю, по-моему, это все. Давайте спускаемся. Скидываемся ниже. Надеемся, что баг никакой не случится, и эти предметы не выкинутся отсюда. Я не могу скинуть ничего, смотрите. Она просто по ружью скатывается. Ладно, хорошо, это нормально упало. Ну, упади ж ты, а. Ну, палка. Давай, есть! И просто спрыгнем с дробашом в руках. О, бабка ходит здесь, боже. Вот это оставим так. Она не услышала? О, нет! Как неожиданно! Повесим здесь ружье. Это специальная вешалка для ружья. Окей, сначала палка. Я помню, что ее можно кинуть вот сюда. Не, на самом деле, я просто передумал и решил, что лучше использовать вот это колесо металлическое, дабы открыть решетку сразу. Че там по паучкам у нас? Куда он ползет? Как страшно... Черт! Все, это мой шанс. Быстро. Быстро. Что это? Батарея для машины? В жопу бы ошибу. С ее батареей. Отлично, решетка прокручена. И сразу есть в подвал путь. На всякий случай. Че? Блин! Я один раз даже промахнулся по кнопочке пальцем, но все равно успел. Я не знаю как. Я не знаю. Но главное, чтобы... В какую сторону? Какого фига ты оборачиваешься, паучище? Стой. Все, руки начинают напрягаться. Вот началась самая стрёмная часть.
Бабку я вообще уже не боюсь, а вот это... Она слишком не... Она слишком непредсказуемая. Так, нужен лифт. Лифт? Где лифт? Это не лифт, я пришел не в лифт, а в какую-то фигню. Здесь пусто. Здесь... О, специальный ключ. Для специальных делишек. Так, погодите, что мне делать? Что мне делать? Как быть? На, ты меня увидела. Судя, как лапки просовывает. Неудивительно, что он меня схватил в прошлый раз. Все, уйди. Куда она пошла? А куда она потом пойдет? Давай налево. Ай, молодец. Нам нужно лифт найти срочно. О! О, лифт! Скорее! Я нашел лифт! О, боже мой! Так, эта штука зря у меня в руках сейчас. Кстати говоря... О, паук вообще сюда прийти не может! Мы здесь максимально в безопасности! Ладно, кинем пока здесь. Она ушла? Да, прекрасно, да-да-да-да-да! Кнопочку нажать? Нет. Так сделать? Дверь закрыть? Наверх пойти? Ха-ха-ха-ха-ха! Так... Вторая. Первую не жмем. Правильно? Неправда. Стоп. Вторая, это означает, что правильно, правильно именно, что ее нужно нажать. Не первую. Я забыл. Короче, будем считать, что это правильно. Есть! Ключ от сейфа? Значит, уже есть два предмета, которые нужно вернуть обратно. Хорошо, она ползет. Нет. Стоп, я боюсь. Все хорошо. Блин, это когда ты застрял в лифте, и ты нажимаешь на кнопку вызова диспетчера, я представляю примерно вот такого человека. Что, вы застряли? Опять балуетесь, небось? Так как мне быть-то? Как мне теперь отсюда уйти? Давайте сядем. Все, пожалуйста. В какую сторону ты пойдешь? Выбери свой путь жизненный. Молодец. А я сваливаю отсюда. Блин, а нас... Черт, быстрее! Молодец! Умница! Так, что нам светит здесь? О! Успел! Как она быстро! Ты что так быстро двигаешься? Охреть, оно быстро двигается! Все, оно ушло. Но куда? Рискнем? Значит, мы бежим! О, как мы молодцы! Как мы молодцы! В какую сторону бежать? Вот сюда, по-моему! Есть! Только я идиот! Мне нужно было взять предмет! А я не взял предмет! Выглядывать крайне опасно, блин! Хорошо. Хорошо. Побежали. Побежали. Не в ту сторону я пошел. О, нет. О, нет, западло! В какую же сторону бежать надо? Почему я все время путаюсь? А, вот сюда надо. Вот сюда. Да. О, да. Палку куда вставить все? Сюда надо. Все, прокрутили, провертели. Теперь что-то. Ключ от сейфа. Вот это можно забрать. Хорош! Сразу супер ключ вот сюда. Так, немного осталось еще вот с этим разобраться. Так, что у нас по этой панели? Мастер Ки. Неужели ты прямо здесь? А, нет, нужен Расти Подлок Ки. О боже мой. У нас не хватает целого важного предмета. Хорошо, берем тогда вот эту штуку, наверное. Нам нужно еще резак по цепям принести. Оп! Скорей! Есть, успел. Пока что все очень неплохо складывается. Все, что нам нужно, это разрезать цепь и забрать отвертку. А дальше все уже просто. Дальше мы будем иметь дело с бабкой, которая прямоходящая. Да, ты... Хотя, в целом так, если посмотреть, просто бежим. Оп! Идеально. Так, все, ты больше нам, походу, не нужно. Вот этот предмет нам не нужен 100 пудов. Только забираем отвертку. Есть. Так, вот здесь может быть адское западло, если бабка в подвале находится. Как она здесь оказалась? Почему? Кто ей сказал... День четвертый. Ну, естественно, я буду с красными глазами теперь ходить. Разве так бывает? Разве может быть, чтобы у меня было все не впритык? Конечно нет. Вот где ты? Вот она внизу. Ладно, это неплохо.
Ну ты, конечно, полное говно. Вот все, что сейчас произошло. Давай, в капкан влезь! Сюда. Выстрел прямо в душу. Да господи, встань, ты уже... Что это? Все нужно. Сразу открыть и дропнуть. Что это? Катенька, вы понимаете, что этот предмет вообще не нужен, поскольку я использовал резак для цепей, чтобы разрезать провода. Вот это облом. Фух. Фух-фух-фух. Чтобы разрезать вот эти провода. Нифига себе. То есть у них предметы имеют логику. Все, что режет, может все, что угодно разрезать. Гоу-гоу, быстро-быстро-быстро, гоу. Использовать этот супер-ключ, супер-важный ключ. Да так, чтобы потом нас не спалили. Открывайся, открывайся. Че у нас здесь? Ага, нам, блин, нам шотган ведь нужен. Вниз. Эп, выстрел, есть. Че у нас, че у нас? Нужна отвертка, нужна отвертка. Быстрее, отверточка, отверточная. Вот этот щиток мы еще забыли с вами открыть. Я не знаю, что здесь. Что-то мы открыли. Я не знаю, что мы открыли. Есть одна большая проблемка. Я вообще не помню, где я видел кусок мяса. Я точно его где-то видел. Но где видел? Кто бы знал, кто бы помнил. Нету нифига. Хорошо, давайте свалим отсюда. Мне нужно забрать шотган. Значит, берем дротик, берем все вот это. Нужно приманить бабку и бежать наверх, убивать паука. Я попробую обойтись без мяса, ибо я не вспомню, где он. Если только не придется весь дом снова прошарить. Так, все, убиваем. Где ты? Где ты? Где ты? Ага. Очень мало секунд. Нужно каждую секунду использовать, которых мало. Так. Уродство. Есть! Кнопка. Кнопку нажать. Все. Оно сдохло, оно ведь не появится здесь. Что это? Ага. Отколоться. Ой, блин, все. Все, все идет. Хорошо, хорошо. Мы шут. Шут ит. Выстрел сюда. Все, закрыто навсегда. Скинуть добровик вниз. Не скидывается. Ты смотрите на него. Ты смотри на него, какой он. Какой ты не бросающийся вниз. Все. Блин, я время потерял. Ой, как много времени потерял. Пожалуйста, давай. Все, конец. Уходим вниз отсюда. О-о-о-о. Проскрип какой адский. Уп. Как мы проворно все делаем. И у нас есть про запас. На случай, если мы затупим, есть еще одна жизнь. Пожалуйста, что-то годное. Что-то, благодаря чему я пройду эту игру. Благодаря чему я, наконец, выиграю. Завершу игру на 100%. Да долго ты будешь подниматься на ведро? Ага, смотрите. Это от домика кулькалькного. Кулькальный домик. Полностью собран. Тише. Раздепадок! Это все! Ребят, я сейчас победю. Сейчас я только усыплю бабку. Все, спать. Спокойной ночи. И все. И это победа. Это такая победная победа. Но давайте не будем рисковать просто так. И возьмем дробаш с собой. Я должен его взять. Кто знает, что нас ждет, правильно? Правильно. Все, иди вниз, дробаш. Ключ. Давай. Фу, я так заведен сейчас. Я прям заряжен на победу. Более того, мой дробаш заряжен на победу. Если вы понимаете, о чем я. Ага. Оп. Стоп. Стоит ли сейчас стрелять или нет? Я хочу очень выстрелить в нее. Ладно, подождем. Блин, очень хочется выстрелить. Выстрел. Это очень рискованно было сейчас. Все, на выстрелы больше не полагаемся. Ну, пусть она просто уйдет. Дай, направо иди. Иди направо. Дай, какого фига ты идешь? Смотрите. Бегом, бегом! Открывайся! Быстрей! Беги, 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 Евгений, в лес! А, да! Смотрите, бабка проползла. И мать ее! Это было очень крипово, на самом деле. То, как бабка такая высунулась из маленькой шахты. Блин, это следующий апгрейд нужно сделать, чтобы бабка могла просовываться вот так вот и ползать за тобой. Это будет вообще жесть, как нервозно. Так,
Ну все по-честному получается. Я даже уровень сложности повысил и прошел, что как бы подтверждает, что это скилл победил, а не удача. А скилл достоин лайка. Ставьте лайк, друзья, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети. Ссылка будет в описании. С вами был Юджин, увидимся в новых видосах, друзья, и всем пять!